проспект Победы, 60. Кирпичный восьмиэтажный дом 1961 года постройки. Капитальный ремонт производился в 1989 году. Дом находится достаточно близко к дороге, поэтому в квартирах может быть шумно. Входы в парадные оборудованы домофонами. Состояние удовлетворительное. Чистый, ухоженный двор. Оборудованы места для отдыха. Мест для парковки автомобилей недостаточно. Двор заставлен машинами. Неподалеку находится детская площадка в тени деревьев и баскетбольное поле. В ближайших окрестностях парк, станция метро. В доме расположен супермаркет и торговый центр. Неподалеку находятся торгово-развлекательные центры, детский сад и школа. Хорошая транспортная развязка. Состояние дома удовлетворительное.